Кимате, наша жизнь. Это Кёкушин, кай карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин, сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Нанося удары жестко, набивая тело, он выходит на татами, зная свое дело. Кимоно и на груди иероглиф Кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку, выполняя все ренраку. И санчи наката от восхода солнца, и до его заката. Здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя, не замечая боли, включая силу воли. Он подобно воину в поле выступает в главной роли. В битве до последней капли крови победит сильнейший. Мы стремимся к истине, как сказал мудрейший. Мы бойцы идем вперед и не кричим «Атэ!». Наша жизнь — это Кёкушин, кай карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим «Атэ!». Наша жизнь — это Кёкушин, кай карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Две тренировки в день, по утрам пробежки. С каждой секундой дух становится сильнее, чем прежде. Мы не скрываем смысла своих чувств. Наши цели легли в основу боевых искусств. Лоу-кик, маваши дзёданы, уширо керри. Эта связка приведет с собой серьезные потери в нашем теле. Нет места страху или боли, парень, силе духа и набивки. С нами тягаться может только камень. Стальное тело, удары словно выстрелы. Мы союз искатели абсолютной истины. Свою жизнь мы посвятили философии и спорту. Этот образ жизни нас ведет к душевному комфорту. Без тренировочных процессов не живем ни дня мы сутками, оттачивая стиль, мы ситуацию Аямы. Как у Цуки Цодан, Чудан, Гедан, потом Овате. Наша жизнь — это Кёкушин, кай карате. Кёкушин, универс... Здесь, наверное, отсюда не поснимать, да? Куча всего разного. Кость, ты все данные дал сюда для грамотности? У меня два боя, которые я отдал. Ты берешь на работу, ты берешь на данные. Ты берешь на работу,
встали, понимаете? Около наградной. Как только зачитали, что за третье место побеждаете, за третье место пошла, встала, отдала кому-то там и осталась. Долженкова Алена, главному судейскому столу. Когда вас будут зачитывать, вы пойдете в сторону стола, вот эти два дяденьки вам принесут медаль. Ясно? Thank you.
Thank you.
Долженкова Алена представляла наше сегодня на месте своего северо-западного федерального округа по кикбоксингу, является победителем раздела каратэ «Майдан-2» первый спортивный раздел. Казаки, казак, польского казачества, поэтому
фиксировать сейчас.
И победителем в этой категории становится Лео Владимир. Серебряным призером первого Свердловской области среди юношей 14-15 лет весовой категории свыше 65 кг становится Соболев Евгений. Победителем Голубцов Денис. Серебряный призер первенства Новгородской области среди девушек 14-15 лет весовой категории до 60 кг становится Фролова Екатерина. Победителем данной категории Лукманова Ангелина. Бронзовым призером Мурманской области среди девушек 14-15 лет свыше 60 кг становится Должункова Алена. Серебряный призер Валентинова София. И победителем турнира Тищенко Виктория. Возрастная категория 16-17 лет, юниоры, весовая категория до 60 кг. Бронзовым призером становится Нижмаков Семен. Серебряным призером Назаров Андрей. И победителем Ваня Спартан. Бронзовым призером чемпионата Мурманской области среди женщин весовой категории до 60 кг становится Спирина Олеся. Серебряным призером чемпионата Мурманской области среди женщин Водопьянова Наталья. И чемпионом Мурманской области весовой категории до 60 кг среди женщин
Руководителю парада, повести парад.
объявляется 15-минутный перерыв. Через 15 минут на татами номер 1 поединки начнутся в возрастной категории 10-11 лет. На татами номер 2 в возрастной категории 8-9 лет. Владимир, Пашин Данил.